Скопим. Тех, что слева, бейте, тех, что слева. Деремся. Давайте. Пользуйтесь копьями. Они у вас очень управляемы. Помните это. Прижимайтесь ко мне. Рутберт, Антонат. Антонатуй. Все. Давайте. За мной. Отходим. Со мной. К основной группе нашей. К основной массе. Давайте. Мы должны им помочь. Врываемся. В бой, братцы. Используйте пинки. Бывают полезными. Давайте, забиваем их, нас больше. Прекрасно, хорошо работаете, ребятки. Ой, как хорошо я надавал. Одному, второму, давай третьему сейчас. У меня до последнего. Хорошо, один, второй. Ой-ой-ой, нехорошо, тимкиллы не делать. Хорошо, молодцы, ребят. Лагает жесть. Жалко. Так, справа нас один отряд заходит. В атаку, вперед, в атаку. Этих ломаем. Оббегайте в спину основной отряд. В ручники запрыгнули. В ручники, переключаемся. И в игру. Мучиться не надо. Давайте, еще все в ваших руках. Деритесь. Да не, возможно будет. Ну, вот меня для этого выкинуло, и сейчас... Чики остались, очень интересные битвы. Понятно. Как вы думаете, смогут ли лучники их отстрелять? Это вроде хорошие. Ну, да, лучники. Отправляемся до последнего, налево глядите. Поживите, пожалуйста. Никаких... Понижающих боевой дух высказываний, а то в казнем всех подряд. Да, не важно, что вы... Я вышу. Но они не особо крутые, они просто лучники. Они так иначе лучники. Не, помогайте своим союзникам. 50 броешников, почему бы ему не помочь, да? Вот, блядь, ты зря в сарпоем зашел, ты лучше. Да. Вас на одного человека больше. Давай сюда. Смотри, человек. Три человека осталось. Подождите, почему-то там уже один в толпе. А, два арбалетчика осталось. Просто придите к ним, ты убейте. Это что вы можете сделать? Из наших пен тоже никто не жив, он там умеришь. Стой, где ты умер нам, да? Дом 12. А вы еще? Я от своих трижды подрезал отгрёмку, меня барьешник добил. Карма. Не надо своих убивать. Так, короче, ребят, очень хорошо. Но сами видите, это уже совсем другое дело. Ребята молодцы. Было очень тяжело, как бы все нервничали, но, блин, ну это совсем другое дело. То есть это уже там не 10-0 какой-то счет, это уже, блин, за ботанию это, ну это вообще круть.